Спасибо. У нас сегодня в зале впервые с весенней премьеры присутствует художница Алена Микора, которую вот вы видели, как она рисует. Вот вы можете к ней подсаживаться, она вас нарисует тоже. Только подсаживайтесь со своими листочками. Я летящая звездочка в звездной пыли. Если б не облака, то вы бы могли разглядеть меня после вечерней зари. Я не первый и не последний искусственный спутник Земли. Десять лет моей жизни почти истекли. Я уже ожидаю команды Земли. Мне прикажут: звездочка, ну-ка зажгись. И тогда вы увидите, как звездочка падает вниз. Эй, на орбите, ну как не обидно вам, догорите. Упадете в земной океан, что ж вы спите? Как привязанные корабли, вы летите на первой передаче вокруг Земли. Вот и все, посылают последний приказ. Понимаю, что это оставшийся шанс. Я рожден принимать и передавать. Теперь напоследок я вам должен сказать: вы простите, но мне уже нехорошо от тупых сериалов и реалити-шоу, от неискренних песен, гламурных бледей, от политики лжи и плохих новостей. Мне давно надоело сливать эту грязь. Вы простите меня, это больше не связь. Ухожу из эфира, прощайте навек. Я врубаю вторую и карабкаюсь вверх. Солнечный свет, впереди то ли год, то ли тысячи лет. Вот теперь я лечу на равных с землей, на второй передаче среди прочих планет. Эй, на орбите, ну как не обидно вам, догорите. Пойдете в земной океан, что ж вы спите? Как привязанные корабли, вы летите на первой передаче вокруг Земли, на орбите. Ну как не обидно вам, догорите. Пойдете в земной океан, что ж вы спите? Как привязанные корабли, вы летите, летите, летите. Эй, на орбите. Ну как не обидно вам, догорите. Упадете в земной океан, что ж вы спите? Как привязанные корабли, вы летите, летите прочь от земли. Перечитать
Спасибочки. Следующая песня называется «Машинное время».